Здравствуйте, уважаемые посетители моего канала. Сегодня мы будем готовить желированный десерт из слив, или сказать одним словом, самбук. Для его приготовления нам потребуется 350 грамм слив. Мы их заливаем 150 граммами воды и ставим на тихий огонек на 20 минут, чтобы слива разварилась, стала мягкой и легко поддавалась взбиванию в миксере. Сливы сварились наши, размягчились хорошо. Теперь в блендер выкладываем сами сливы и 100 грамм сахара. Так, включаем газовую плиту и подогреваем в ней наш сироп от слив и всыпаем желатин. Я вот такой пакетик всыпаю. До кипения ни в коем случае доводить нельзя, не более 60 градусов должно быть. Размешать. Сильно не будем греть, иначе желатин потеряет все свои свойства. Ну, в принципе, размешали. Сейчас мы все равно это все в блендер отправим. Теперь закрываем блендер крышкой. Пробиваем сливу с сахаром. Вот, слива быстро разбилась, она же вареная, мягко перемешалась с сахаром. Теперь мы вливаем туда сироп от слив. Хорошенько взбиваем, теперь уже хорошо взбиваем. Минуту, наверное, я взбивала. Смесь теперь разливаю по креманкам. Вот. Не хватило двух креманок. Ну, ладно, сейчас еще налью, принесу стаканчики. Так получился самбук. Теперь все это отправляем в холодильник. Застынет. Будем сервировать. Наш десерт готов. Он застыл. Можно его теперь кушать, можно просто так вот, облегченный такой вариант, можно посыпать сахарной пудрой, можно добавить взбитых сливок, можно добавить крем-фреш. Приятного вам аппетита!